сейчас мы увидим, как в щели Тангалы превращается фрагмент небольших гор, наверное, скала перед вами. Пожа. Соншалықты сенімді берілген. Мамынды берілген. И вот по скалам течет лава, горящая лава. Этот эпизод говорит о том, что издревле наши предки, кочевники, в обиход всего использовали железо. Железо. Мы умели, наши предки в то время уже делали и железо оружие, делали и железо, всякие фрагменты для быта, потому что железо было неотъемлемой частью всего быта кочевников. Темір өндіруді баяндайдың көрінішкі қазақ поэмасы ерген ебін негіз болған. Жалпы, оның барлығы аңызда осы ерген ебінде айтылады. Қоршауды болған үлкен майданнан жаралы келген бір топ көшпелілер осы бір тауының қоршалған әдемі жазирелерге келіп тығылады. Содан сол жерде өмір сүреді. Бірнеше тайпа болып, олар көбейі шығар жолды таба алмай. Сонда ішіндегі бір бұдаларының біреуі темірді көреді. Осы темірді балқытса, осы қоршаудан шығамыз деген түсінікке келеді. Содан осы темірді балқытып, сол қоршаудан шығыпты дейді. Дорогие друзья, прекрасная постановка. Это танец железа, который связан. Спецэффекты поражают глаз. А сейчас мы видим, как ущелье Тангалы превратилось в скалу. А скала превратилась в нечто коронообразную форму приняла. И эта нечто коронообразная форма медленно опускается вниз вокруг золотых, зеленых, железных воинов. Они исполнили танец железа, и сейчас мы увидим, что же будет нам... Все склонили голову, головы. А что же будет сверху? Я пока отчетливо не вижу, дорогие друзья. Золотой человек. Алтынадам. Мына қараңыз, қазір бағайын, есік қорғанында табылған алтынадам, скифсақ дәуірінің ең бір үлкен археологиялық ескерткіші болып саналады. Байқадыңыздар ма, қандай әдемілер деген? Драматургиялық жолының өзі ғажап. Шешімі. Да, нет слов, досханаға. После танца железа, после всего этого эпизода, фрагмента, мы видим, как заключительный этап появления железного человека, который был найден вблизи золотого человека, воина, который был найден вблизи Алматы. Золотой воин относится к сакскому периоду. Это много лет до нашей эры еще. Біздің дәуірге дейін 5-ші ғасырмен мерзімділер. В этот бой в данный момент у нас стоит в Алмате, поскольку мне известно. Біздің алтын музей. Музей золота. В спектакле «Золотой воин» предстает символом государственности, символом мощи народа. Железные люди преклоняются перед золотым человеком. Мне кажется, сейчас они воспевают его. Сол алтын адамның бойында 4000 алтын пластинкаларда тігілген. Осы күнде сақталған орда. Сақталған осы уақытта дейін. Сол алтын адамның нұсқасынан алып жасалған мынау алтын метр көшірмесі. Скифсақ дәуірінен келген бұл біздің жәдігеріміз. Золотого человека. Высота его 6 метров. Продолжается невероятно. Да, железный танец железных воинов. Золотой воин.
под куполом, под небесными вратами. В данном контексте, в данном эпизоде он символизирует мощь нашего государства. Весь зал аплодирует. Не знаю почему, Диандо Спанова, у меня прям слезы на глазах. Я не знаю, я просто в шоке. Мы, конечно, тоже в шоке, но мы как мужчины, мужчины не плачут. Мы еле сдерживаемся, честно говоря. Мы видим народную артистку Республики Казахстан Розу Рымбаеву и Батырхана Шукенова. Давайте послушаем песню, друзья. Роза Рымбаева, народная артистка Республики Казахстан. Ее песни любят далеко за пределами, знают и любят далеко за пределами нашей страны. Роза Гладышевна обладает замечательным голосом. А тем временем мы видим новых героев, нового представления. Что же будет дальше? Подробно даже на Гиткерлер Куперлюде. Я все-таки хотела бы сказать также о Батырхане Шукенове. Я знаю, почему ты хочешь сказать о Батырхане Шукенове. Да. Потому что я собственно, она знает ее ответ. Батырхан Шукенов родился в Кызыларде. Это сын степи и ветра. Он тоже обладает очень красивым голосом. Экс-участник группы А-Студио. Потому что и Мадина Садвокасова у нас тоже родилась в городе Кызыларде. Очень хороший вокалист. Песня «Молодая семья». Жас Шамрах. А вот мне Жас Шамрах, Мазар Ордага. Аспан есігінен шаңырақ түсірілді доспанаған. Аша, бұраны қараңыздар. Қазан үйінділуде. Жаңағы көтерілген азаматтар бұра киіз үйдің бүкіл керегесін салып шыққандай болды. Е, өздері қолдарын салып. Түгінің біле сол киіз үйіміздің ең бір қасиетті бөлшегі шаңырақ төбесінен түсірілді. Е, қадырдағай киіз үй, нағыз үй. Сондықтан оның белгісі ошақ пен шаңырақ болады. Шаңырақ шай қалмасын қадырда ғайын. Мы видим юрту из людей. Юрт – это символ мира, семьи, защищенности. Поэтому, дорогие друзья, уважаемые казахстанцы, берегите свои семьи, любите друг друга, любите своих братьев, родных, сестер, бабушек и дедушек. Да, ведь семья – это... Да, семья – это будущее, семья – это наша родина. В советское время, помните, это самое, ячейка общества, да, семья – это ячейка.